еще не загрузились. А я уже включил запись. Молодец. Я, короче, лечу куда-то. Ну ты летишь, я кат-сцену пропустил. А, ты пропустил кат-сцену? Да. Я тоже пропустил. Просто же видели. Все, мое почтение, дамы и господа. Меня зовут Анатолий, вы на канале Смирнов с ПК. И мы с Крисом и Костем. И мы с Крисом и Костей начинаем заново проходить Forest, потому что мы хотим все сделать нормально. И мы начинаем, собственно, то. Всем здравствуйте. Здравствуйте, да. Смотри, ты чтобы это... Да, блядь. Ты теперь другой? Дайте я пройду. Дайте я пройду. Ну, блядь, ты или вперед, или назад. Я вообще везде. Да подождите вы, блин. Ну, говори. И чтоб, короче, как это правильно сказать? Короче, скажу, чтобы тренировать рот, ты говори не с Крисом и Костей, а с Крисом и Константином. Ага. Еще, блядь, больше рот сломаешь, нахуй. Нет, ты будешь тренироваться. Так. Пропусти. Я, блядь, Dishonored, нахуй, меня хуесосит девушка, что я читать не умею, блядь. Ну, так ты читать не умеешь? Нет, вообще ни разу. Вы что за люди такие, а? Это я вот херово читаю. Так, я лутать пошел ящики, давайте, пацаны, это, вживайтесь в роль вы уже. Вы еще скажите, уже что если у вас будет игра, в которой надо что-то печатать, вы будете печатать медленно и с ошибками, да? Не, печатаю я вообще заебись. О, но с ошибками бывает. С какими людьми я играю, а? С ошибками, Константин! Но... Да? А, Константин, разрешите приебаться? А, можно я сначала скажу прикол? У меня если сегодня... Если он быстрый, да? Да, он быстрый. А, у меня сегодня этот вышел... КБХ. Короче, помни. Игрушка называется. Короче, и смотрите, ней... я сейчас да просто... Будешь... Я, блядь, не хочу... Топор, я хочу вам сказать по факту, по игре. Так что давайте игрой займемся, блядь, а потом уже всякой хуйней. Давай. Короче, сейчас да, первым да, делом да. Надо строить забор, как сказал Крис, нахуй. Да. И всем троим им заниматься, потому что если будет заниматься кто-то один, это будет пиздец, это будет медленно. А тут хижины, если что. Где? Вокруг нас. Да это во-первых, во-вторых, водичку кто-нибудь видел, мне помыться надо, а то сдохну. Сейчас по дороге и найдем. Сначала лутай, лутай сундуки сначала. Да, ну хорошо. Ебать, сейчас, погоди. Смысле, нихуя себе. А в прошлый раз такое чё? Было. Чего? Не. Хижины. Где? Она ж типа это сам... А, в натуре хуя. А это рандомная карта, что ли? Опа. Да, блять, ты ударь нахуй по чемодану, не по дереву. Да заебешь ты, пидорас. Пацаны, тут висят тряпочки на деревьях. Пацаны, оп. Пацаны, где пацаны? Точнее, не тряпочки. На деревьях, ну, значит, ты где-то выживешь. Во, и... про игру сказали, говорю. КБХ вот это помни. Я... Вы что, все чемоданы стали? Вы что, бурели, что ли? Я сегодня начал... переодеться. Это единственная игра, которую я использовал для этого. Для по фану. И единственная, которая мне более-менее понравилась, и я решил ее записывать. Самый прикол, что я ее несколько роликов записал. Ой, Е нажать надо. Ну, а сегодня я смотрю, у меня аж как раз сегодня вышел по фану с этой игрой. Я смотрю, пока не особо просмотрен. Будет забавно, если она не особо... Ебать, я покрасился, зайдет, ебать. А я так... Тут тут краска стояла, я нажал на нее, и я покрасился в красный. Подойдите ко мне, посмотрите. А ну-ка. Тряпки тут какие-то. Красный? Видишь? Реально красный. В натуре? А где краска? Вон там, в той доме. О, я нашел. Вот в этом домике стоит. У тебя нет ее? Так. Это рисунок, понятно. И вот тут краска. Ебам! Короче, мы пришельцы, нахуй. Мы пиздец. Где? Во, нашел. Ну чё, погнали к нашему месту-то или чего? Вы красный. Или а мы, подожди, мы... давай всю деревню залутаем. Мы много времени поспорить. Просто потеряем, да, я боюсь. Нет? Да. Ну, поспим там, да и все. Ну давай. Начнем. Ну, да. Там же есть опа, где спать, так что нас в этот раз не выебут. Да нас во всех, нас во все разы выебут, нам похуй. Не, говорите за себя. Так, по идее, о, ебать, у меня еды, пиздец, 7 батончиков шоколадных, ебануться. В прошлый раз я ты, богат. Блин, с большим трудом добежал до лагеря. Ну, причина а была я ночью о, стул, добегал. Стул, ебать, стул. Ну, а стул. Ты ночью бежал, а там были люди? О, да. Ворона, потому, ебать, я, ворона. Первый... Так я первый раз сука. Бежал. Ебаная хуйня. Очень много. А о, я попал никого. В нее! Я убил ворону. Ебать, мясо взял? Ебать, мясо я взял. Я забираю тряпки, зачем?
А тряпки, кстати, я тоже. Это они для чего-то нужны, сука. Опа. Опа, 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 это кто? Ну. Ебать, тут мужик, тут мужик, ебать, тут мужик. Тут мужик. Я так скажу. Тут мужик. Если связать все эти чемоданы, это будет лучшая веревка, чем. Тут мужик. Попади. Да мы поняли. Не, серьезно, там мужик. Да, бля, тут миллион мужиков. Тут миллион мужиков, ебать, смотри. Он связан, не? Ебать, тут каша какая-то. А, не, беру свои слова обратно. Это не мужик. Можно пиздануть и с него высыпется что-нибудь. О, флешфайры, ебать, три штуки нашел. Я нашел три флешфайра. Подожди, не попал. Отлично, у нас типа есть факел. О, еще вода. Бля, тут предметы бывают так валяются просто. Не хочу ничего против себя сказать, но я немного не понимаю, кто тут висит, мужик или женщина. Петлю я нашел повешать. Ты не разбираешься в мужиках? И в женщинах? И в женщинах? Не надо так говорить. А чё вы тряпочки не собираете? Вам уже похуй? Я собираю все, что... У меня уже, знаешь сколько? У меня уже 50 тряпочек, ебанешься. О, надо на И нажать. Да. Бля, по-моему, мы долго 21, очень. Опа, вода. Вода. Мухи, блядь. О, костер, его можно поджечь? Опа, сундук. Блин. Очень жаль. Шмотки. А теннисную ракетку дай, пожалуйста. На. Чего? О, мяч. Да, я в тебя бросил мяч. Ладно. Я вроде как залутал все, что было. Я тоже. О, я это. Короче, нашел. Пиздуем тогда обратно к самолету и уже от самолета топаем. Погнали. Пацаны, мы теперь можем собрать компьютер. Я взял. Клавиатуру и мышь нашел. Варан. Подожди, смотри, у одного компьютера одна материнская плата, да? На него подключается мощная, а у меня три. Пацаны, я еще деревню нашел. Так, так, пиздуем, блять, к самолету, а то сейчас в деревняк проведем хуй. За тобой, время. Значит, бежать, да? К самолету просто топать это. Сейчас я приду, я деревню лутану и приду. Блин. Бензин, я веревки. Не помню, я сегодня или... А когда я записывал? Я не помню, когда я записывал финал это. Еще веревка. У меня-то проблемы. Блядь, ты че? Дикий сундук, блядь. На меня напал. О, еще три факела. Ебать, у меня факелов теперь 7 штук. Стой на месте. Чего? Куда я бросил? Мяч поиграть. Я не понял, куда я его бросил. Так, Анатолий, ведите. В прошлый раз вывели, так что давайте, поехали. Где вот там? А что вести-то? Нам в противоположную сторону. О. А ты уже съебал без нас? Не, все, я сейчас бегу на тебя, и мы бежим прямо, куда я побегу, короче. А я когда поведу? Ну, хочешь, ты веди, мне без разницы. Если ты знаешь, куда вести, то веди. Ну, погнали. Где ты, Костя? А почему у меня его не... Где Костя? А где он? Я его не вижу вообще. Сзади самолета. К самолету бегите, и где его хост? Я вот стою. Так это не в ту сторону, Костя. Там холм. И что? Так ты мы... Как мы там спускаться-то будем? Нормально. Заебись. Анатолий, у тебя не Костя показывается? Нет. У меня тоже, я, блядь, не пойму, хули так. Я не знаю, у него вообще в игре есть ник, нету. А, если что, во-первых, тут туземцы, и если что, их очень много. Ну что, давайте заебашим их. А, получается, у меня второе имя. Наверное, вы не знали, но у меня второе имя получается Иван Сусанин. Так, я одну бабеху заебашил. Одну бабеху. Сейчас куда идем? Это мы идем к обрыву, я не знаю, нахуя вообще. Вот ну у него есть петля, поэтому он нас и ведет. Да. Вот туда теперь. Так, мне водички надо выпить. Хотя у меня целых три. Не повторяй за мной. Можно отбежать. Блять. Ну, либо можно повторить. Где ты? Куда пошел-то, блять? Да хуй пойми, куда он съебал. Где? Ты в курсе, что... Я вижу тебя. Я понял, что я не отображаюсь. Толя, стой. Да, ну, блять. Видишь спуск, видишь обрыв, прыгай с него. Я вижу только... Хуя, блядь, прыгать, блядь, и там можно обойти и спуститься аккуратно. Блядь, так если спрыгнуть, то я умру.
Вот, ну, я же не умер. Иди направо, там, блядь. А, я не пострадал. Нормально. Аля, Скайрим. Аля, ну, блядь. Ты молодец, что ты. Вот нахуй мы сюда пришли, здесь даже спуска к деревьям не будет, блядь. Вот. Чё вот? Чё будет? Нам нужно дохуя деревьев, чтобы отстроить. Я не понимаю, я не понимаю, куда он пошел. Нахуй он вообще пошел тут не в ту сторону. Я тоже. Мы что, решили начать серию со смерти? Не, пока прямо бегите, я вижу вас, я сейчас прибегу. Блять, посмотрю себя в настройках, хули тебя не отображаю. Бля, все, пиздец, гроза, я ебал. А что такого? А, Костя? Ща я на безопасное отбегу, просто я слышу крики. Блять, ты где нахуй? Не, вперед бегите, я просто вижу вас, я сзади вас. Надо было идти просто туда, куда я, блядь, говорил. И все. Короче, пошли идти туда, где мы были в прошлый раз. А нахуй вот эти, блядь, ну, непонятные телодвижения. Пошли, и... пошли. Подождите. Пошли за мной, Кость, Крис. Я задержусь, у меня тут братва. Крис, за мной. А что ты остановишь? Идем. Так, это что? Если, смотри, если грибы. Возле самолета есть эти самые. Да, я тебя сейчас рубану. Там как бы на берегу и палатка есть, то есть да, первое время нам вот есть и сохраняться и спать. Вот именно, все, смотри, идем туда. А, на берегу палатка, но в прошлый раз дома возле самолета были? Нет. Значит, оно может меняться? Нет, там я знаю, куда идти. О, еще один дом. Так, я бегу за вами, а то я решил вступить в бой. Чуть-чуть проиграл. Правда, теперь нам... посмотрел, что правда, это... теперь нам идти долго, но... Какие настройки? Я сейчас escape нажму, меня добьют. Сейчас я выбегу на безопасное. О, я это, задыхаюсь. Не надо меня бить, пожалуйста. Что вы за люди такие? Куда ты вообще нет. Нас хотел отвезти? На смерть. На берег. На берег. Вот, а там, где, которая на обрыве? Ну, там берег. А мы это, стену из воздуха будем строить, да? Там дерево рядом было. Так, нам вон туда нам вниз. Там все, не надо тут, там все рядом было. Не надо мне тут. Непонятно куда отвел, нету этого, нету того. Все там было. Все там было хорошо. Короче, начало серии огонь. Нормально, нормально, не. А что такого? А что тебе надо, чтобы первые 5 минут и все отлично было? Сейчас дойдем. Поспим сразу, если вечер будет. Ну, нам со спавном повезло, залутались хорошо, так что вы еда, на вода. Вы бежите. Ну да. Я так, у меня иногда получается на шифте, когда не на шифте. А чё я говорю? А, у меня это. Или я говорю про клавиатуру. Мне, короче, надо это проводную, а то это что-то иногда из строя выходит. Хоть и батарейки можно поменять, ну. Так, Кузя, то вот новый обрыв, да, я сейчас с него спрыгну. Так, мы точно правильно идем? Да. Вы когда видели обрыв, вы в какую сторону пошли? А то я за Толи бегу. Мы... А тебе меня не показывают, Ник? Мне ваш Ник и обои показываете. Показывают. О! Мне выноски не хватает, так-то мы правильно идем. Я нашел, где спуститься, я молодец. Я выпил энергетика, я побежал, я молодец. Блин, у меня с этим КБХ прикол получился, я не знаю почему. Так, да, во, отлично. Нам и вон туда вот нам. Вы когда, у вас это, не бывает же такого, что раз и типа вебка типа отстает на записи? Короче, все-таки немножко изменился маршрут, этот место падения самолета изменился буквально метров на 100. А я о чем говорю? Ну, это немного. Ну, берег-то остается такой же, как и был. Ну да, просто место немножко изменилось на 100 метров. Откуда мы знаем? Да ничего не лучше, мы же туда пошли, там просто обрыв. Нахуй нам обрыв-то? Ну, а вдруг мы нашли бы, кто знает? Мы ж там не были, мы не знаем. О, я вас нашел. Ну, да. Мы тогда идем туда, где мы были. То есть... Знаем, вы на яхте были? Или еще нет? Потом. Пока на яхту не надо. Потом. У нас нету даже, блядь, элементарно места спанья, блядь. Какая яхта?
Нам надо убедиться, что нам надо убедиться сначала, что мы можем поспать спокойно. Так, пацаны, блин, привал. Чего? Я не добежал до вас, я устаю, я и все энергетики выпью. Ну вот, мы отдыхаем. А нахуя ты все энергетики пьешь? А потом... Они же как бы жажду восполняют, чтобы... а не энергию поправляют. Чтоб, как ты сказал, начать серию со смерти. Вы тряпки уже не берете, еще богатый, что ли? Что-то у меня... темнеет, сука. У меня тряпок 67. Да ну... Да ну темнеет. Да беги ты быстрее, я тебе сейчас топор. Ну вообще-то ночью ходят дядьки с палками. Ага, и причем много. Ну. Так, блядь, здесь не поднимешь. Ну смотри, какая логика. Ночью ходят дядьки с палками, а нас строят дядек с топорами. Ну что-то в прошлый раз это никак не помогло. Ну, в прошлый раз вы пошли курить, а я решил остаться. В а этот раз... В этот раз курить надо всем идти, потому что надо выключать игру, выходить из нее. Слушай, подожди, я сейчас говорю о том, что вы пошли курить, и я остался, я начал вас защищать, а ты такой вопрос, а почему мы появились мертвые? Это... Ты чё, офигел? Ну, раз ты нас защищал, значит, мы должны были живы. Так, ну вот давай сейчас в этот раз мы пойдем в столик курить, а ты останешься, посмотрим, как ты защитишь. Нет, давайте я просто все вместе ходите, да, Я все, я не потом могу. Потом достану. У меня вот эта серия все равно будет как продолжение прошлых, поэтому. У меня отдельный плейлист создан еще с первой серии по Форесту. Не, у меня чисто коопы. Вот, все, мы почти один. Пришли. Вон наша палатка. У меня будет время подобрать. Либо когда вы пойдете курить, либо что-нибудь такое, чтобы. Интро-аутро записать. Так, давай, Костя, да мы тебя ждем. Пушки. Даем тебе буквально 10 минут, чтоб ты пришел. Че? Да шо ты? У меня уже все закончилось, я не могу ничего пить. Опа! А вы как туземца пропустили? Да хуй с ним. Второго туземца. Какая разница? Ну, учитывая, что мы бежим одинаково, то чем Крис, даже быстрее, я, да? предлагаю сейчас пока не нарубить немножко деревьев, пока Костя ходит. А нет, он уже идет. Я предлагаю дождаться, поспать и потом утром уже начинать работать. Давай. Ты сохранился? Да. Туземцы умеют плавать? Скажите мне, пожалуйста. Нет, они в воду не заходят. Хорошо, я тогда поплыву. Так, по инвентарю у меня... Потому что я немного... Шесть газировок, 5 выпивок. Кого вытаскивать надо? Костю вытаскивать, он, блядь... Блядь! Костя, а ну ты пиздец! Как так можно-то? А что меня вытаскивать? Я нормально, я плыву. Все у меня хорошо. Я вам пацану привел. Ты себе еду привел, блядь. Так, второй вроде не идет, ладно, похуй. Хорошее это. Так, топаем к палатке. Ты чё встаёшь-то? Ты чё встал-то, блядь? Ты чё встал-то, сука? Пёс ебаный. Встал? Да. Хуя себе. Блядь! Сейчас. Чё, всё? Пизда ему? Вроде да. Ну тогда бежим. Сейчас очень тёмная ночь. Сейчас пойдут ребята страшные. Так что идём нахуй. Да. Со следующего дня начинаем жестко строить забор. Большой, да. Хороший. Я, правда, начинаю... Все, идем спать или что? Так, где здесь, блядь, кнопка Z? А, еще нельзя спать. А, блядь. Да, господи. Тогда быстрее, 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 быстрее. Ссс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 сss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 
Бля, я замерз. Ну это нормально. Да, ебать, не нормально. А зажигалка не она греет. Двигается. Она двигается. Так, кто-то костер же сделал. Не, вот. Она вообще не двигается. Так. Кто это? О, блядь. Заебись, а то он нахуй замерзнет. Анатолий, я костер сделал, все, заебись. Как его убрать? Кого убрать?
Зажигалку я забыл. Буква L. О. Что там по... Все? Да, а, нет, еще не все. Окей. Блять, там пиздюренька осталась. Давайте, ждем, ждем. Да. А то она к нам придет. А вы, кстати, в крови выйдете. Значит, вечером спать нельзя здесь, да? Да. Можно спать только еще прям ночью. Нет. Я скажу, когда можно. Я буду наблюдать. Так, я помочь ты говоришь? Ну окей, сейчас да? Пойду помочь. Там замерзнешь, давай, наверное. Я буду... 9, а если быстренько сделать, 8, то нет. 7, 6. У тебя 7, таймер, что ли, есть? 4, 3, я сам таймер. 1, 0. Во, видно, как подготовился. Все, отлично, к вообще, так, вообще посмотри, хорошо. Посмотри, почему тебе твой ник во. Не показывается. Сейчас. Погнали нарубить, рубить деревья. Игра... Смотри, у меня опять уровень графики, все такое, у меня он сбивается. Почему-то. Так, в игре, да? Контрол постройки. Значки наложения. Нет. Уровень игрока нет. Урон. Нет. Так, надо же отмерить территорию. Давай, ты отмечай территорию. Я рублю деревья, Костя их таскает. У меня их нету. Кого? Ну, с графоном там связано. Ну, ой, с графоном. С никами. Ты это в игре смотрел? Да. Это надо в Стиме смотреть. Да. Ну, а в других играх отображается же? Ну, как бы неудобно, если ты куда-то уходишь. Не, вопрос, в других играх отображается? Да. Значит, пойдем курить, и я это. В смысле, возьми. Так. Во, я палки возьму еще. Здесь что, куда? Почему, зачем, для чего? Ты что-то ищешь? Я, или? Короче, рубаю деревья. А я таскаю деревья. Так, и теперь надо... Это будет очень-очень долго. Это будет... Выноска тратится, сука. Быстро, блядь. Короче, деревья, первый день мы занимаемся забором, я так понимаю, да? Угу. Первую неделю. На второй день, я думаю, нам нужно позаботиться о мясе. И о мясе по-любому. Ну, о еде. О сушилке, например. Так, блядь, нам пожрать надо. А это, вы там туземцев укокошили? Каких? Ну, которую я привел. Да. Ну, это хорошо. Надо будет сходить ногу забрать. Ну, они, наверное, пропали уже. Они же пропадают, трупы-то. Ну, значит, ногу подожду. То, что похавать надо. Хотя Костя! Это... Да. Так, Костя, замути санки. Проще будет возить. Бревна. Согласен. Блять! Ёбаный что? Крис, блять! Пиздец! Минус пол здоровья, нахуй! Ты смотри, куда ты свои деревья-то рубишь! Оно рандомно, блять, падает. Я откуда знаю, пиздец. Куда оно упадет. Ебать, просто прошелся, нахуй, пол здоровья ушло, блять. Ваш экран покраснел, нахуй. Пиздец. Ну как так? Окей, буду кричать, дерево. Да-да-да. Это знаешь, как один... Что такое, бро? Что за звуки? Как у меня на прошлой работе, даже позапрошлой, или позапрошлой, в общем, был мужик, который это всегда сваркой орудовал. Осторожно, дерево! И, короче, он берет такой, начинает творить и не говорит гроза. Мы на него матом, он такой, да ладно, чего вы потом... Дерево! Потом, пацаны, гроза. Мы закрываем гроза, он не начинает... Дерево! Спасибо, что выслушали. Ты ударил. Не, я тоже тебя слышал. Просто предупреждать-то надо. И я тебя... Дерево! Я тебя тоже слышал. Вы хоть кому говорите это? Друг другу.
И еще причем один в северной, другой в южной части, так наводят. Ну и нормально. А мало ли ты побежишь за деревом? Дерево! Окей. Вот ты же деревья собираешь, поэтому... Я сам себе собираю. Я ж не такой кретин, чтобы под дерево лезть. Ебать, мы уже пол леса вырубили, нахуй, пацаны. Дерево! Что там, как дела с танками? Почти собрал. Я же знаю, Толя там рубит. Дерево! Что мне туда бежать? Еба. Она думала, куда упасть. Дерево! Я же все-таки не такой глупый. Реально, блядь, лесники пришли, лес вырубили, блядь. Я надеюсь, он не заспавнит, не пропадет вот эти бревна наши, блядь. Я тоже надеюсь. Может, подсоберем на? Вот именно. Костя, давай быстрее санки делай. Ну, ща. Вы это, кто там может сбегать, ногу отрубите. Зачем тебе нога, блядь? Сейчас... Ну, потому что я сейчас могу возле самолета чутиться. А чё у тебя? Всё, я тебе помог доделать санки, бери санки, кати. Спасибо, я помираю тут санки катить. А чё у тебя, чё ты помираешь-то? Ну, потому что там в желудке пусто. Так а чё, у тебя нет шоколадок, что ли? Ай. У тебя шоколады? А почему? Он съел, наверное, по дороге. Поешь ягод. Поешь ягод синих. Главное, сейчас, синих. Они здесь много их растет. Да, это я помню. Что синих надо. Ну и все. Я по прошлой серии понял, что не красных. О, я подхожу. Я в прошлой серии все подряд ягоды жрал. Вы еще? Дровосек. Так, блять, а дверь-то есть? Ебать, я случайно кролика уебал случайно. У нас ДТП. Дерево? Да. Ну вот, пожалуйста, обед. Не, у меня, кстати, есть два мяса. Если хотите, я могу поделиться. Не, у меня есть шоколадки. Мне пока на руку. А, вот так. Блин, вот так припарковать мог только я. Осторожно, бревно! Пока не знаю, куда падает. О. Кстати, на мне это хорошо сработает, потому что у меня не половина хп отнимется. А хп половина отнимается, когда есть вторая половина. Дерево! Все? Загрузил? Как эти парки могут выдержать столько бревен? Ну, их же много. А бревен типа... Дерево! Я есть груд. Пол серии, одни крики. Дерево, дерево. Дерево, 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 да. Дерево! Чё там Куплинов в конце еще говорил? Какой игры? Ну, он же Форус играл, там у него было дерево, 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 дерево. Да, я не смотрел Форус Куплинова вроде. Дерево! Я Форест и смотрел только у пацанчика, который снимает 100 дней выживания в разных играх. И все. Кто-нибудь ягода видит? Я тоже нет. Вон там они, блядь, ближе к холму. Костя, ты где? Ну, я санки привез. Где давай? Санки? Возле хижины в лесу. Ну, забора. Давай я на санках буду подъезжать. Так, и будешь, блядь, я... Это будет куда быстрее. Блять. А чё нихуя не продвигается? Я, блядь, вручную больше накидываю. Ну, хочешь вручную, блин, буду носить. Чтоб тоже я же попросил санки сделать, чтобы это происходило так быстрее. Так я и на санках вожу. Подожди, чё я сделал? Я не то сделал. А чё я взял? Я камень взял. Где бревно? А как бревна вот сзади оказались? Где? Во. В смысле? А, где эта херня находится? Так. Если я сейчас возьму и нельзя прожить, это будет обидно. Я, блядь, свалил уже пол... А сколько вообще нужно бревен-то для стены? А, 118, ебануться. В смысле? Чего? А почему 0 из 118? Я уже вон сколько короче,
Так это... Нет, это не то. Это ты каждый раз, когда новое бревно ставишь, а цифра уменьшается. Вон, видишь, 116 теперь. Да. Да. То есть их было еще больше. Я чуть-чуть, правда, в заборе оказался в этот раз, ну. Да возьми ты нормально. Спасибо. Куда? Во. О, хорошо. Я, блядь, надеюсь, бревна не пропадают, нахуй. Да вроде нет. Я хорошо. Не вижу, что пропадали. Хорошо. А тут как-то не смешно. Опа. Да и не логично, блядь, вот куда они нахуй. А можно мне, пожалуйста, чайку налить? Нельзя. Спасибо, пожалуйста. В смысле, как это? Спасибо, пожалуйста. Что это за... Ну, это я там со своими людьми. Не, я понял, но... Как я помнится, они так не говорят. Ну, я так и говорю. И, как я помнится, тоже так не говорят. А я так говорю. Представь, теряете. Блядь, что-то деревьев-то нету, я, походу, они пропадают. Буква Ай. Или вы просто спиздили все нахуй? Лента. Ага. 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 Бля, выносливости нету вообще. Нахуй мне эти камни, выкинуть их нахуй. Не, а как выкинуть? Буду это возить, пока это вожу. Нормально, сказал. Ладно. Речка. А, тут, блин. Речка, реченька, речушка, речка, реченька, река. Обрадовался. Я так речке обрадовался, как будто тут можно подойти из речки и спить. Водицы русской. Русской? Прям. Может, ну, это. По-моему, это. По-моему, а скорости... это не. Нихуя не Россия, по-моему. Откуда ты знаешь? Хотя похуй, все тут... Россия, да? А тут не было уговора, типа, вот это Россия, это нет. Ну, блядь, тут откуда нахуй в России туземцы, блядь, скажи мне, пожалуйста. Бибирева. А, окей, да, точно. И этот, как... на это... Блин, еще берег бы вспомнить. В Новосибирске тоже этот райончик. Там тоже как бы вурдараки еще те. Ну да. Вот сейчас, знаешь, была бы популярна, да, по-любому какая-нибудь пада написала бы, слышь, это оскорбление. Блин, я там жил. Не, ну, я просто отношусь ко всему с юмором. Я могу и свой город отхуесосить, блядь. Ну то есть и надо просто уметь посмеяться, вот и все. Вот именно. О, я смог. Не, разумеется, если человек прям на прямых щах говорит, да, блядь, да там одни уёбки туда-сюда, блядь, ну, разумеется, да, а мы-то, блядь, по приколу просто. Ну, вот именно. Блин, я когда брёвна собирал, у меня, и начал их подвозить, у меня рисуется два топорика, я думаю, только, блин, ну, значит, брёвен, подъезжай ближе, их 100. Бля, у меня так это выносливости, пиздец. А чё мне, может, надо что-то выпить, блядь? А, вот так вот, да? Ну-ка, я выпивку выпью последнюю, посмотрим, что получится. Вообще ничего не поменялось. Блять, надо надо завтра искать черепах и мясо 100%. Вот именно. А потому если что... завтра это сегодня, то это лучше. Нет, я имею в виду после. Не, сегодня-то мы целый день будем заниматься постройками, это по-любому. Блин, я брал два бревна, взял 3 бревна. Как так-то? И одну выбрал, почему? О, нет, он два бревна только берет. Не, я понял, но я беру два. Че за мой? Я тоже по привычке, блядь, беру. А, то есть так нельзя, друзья? Да, так можно. Ага. Ага. Во. Во. Так, заебись. В смысле 86? Я тут бревен, знаешь, сколько натаскаю? Всего 86? Да это 86 осталось, блядь, ты заебал. Не, так я про это и говорю. Я столько бревен тут натаскал, а осталось 86. Так, а там и постройка-то не маленькая. Ты почти посмотри, сколько там забор, блядь. Блин, а это ну, вот, я смотри, постарался это... сделать довольно большую территорию, чтобы нам хватило. Ну, правильно, поставить. Правильно. Ну, я вообще вам ничего не говорю. Вы молодцы, красавцы. Она же даже часть, блядь, в воду нахуй уходит. Как она, блядь, будет стоять в воде, я, конечно, не понимаю, но как-то будет.
Надо, кстати, не забывать, что нам по-любому надо делать сушилку, блядь, защищенном месте. Потому что я не хочу... На базе. Я не хочу, как в прошлый раз, остаться без мяса, блядь. А ты зачем олень так сделал? Спасибо. Ты там с оленями общаешься? Сам собой. Ну, технически, да. Получается. С оленями. Ебать, мы Анатолий поляну уже выкосил. Да пиздец. Главное, чтобы бревна... Начинаем новостройку. Главное, чтобы бревна не пропадали, блядь. Нет, не пропадает, мы просто быстро их собираем. Как бы у нас-то... Санок ловит. Сейчас я выйду, посмотрю, какая тут поляна. Нормально тут. Анатолий, где-то вдалеке уже ну, это звук не деревьев. Не так, как у меня, но тоже хорошо. Так, все, я выдохся. В смысле? Чувак. Сколько сегодня серий записываю? У меня целый день свободный, если что. Ну, две запишем, я посмотрю, как что по состоянию, возможно, даже третья будет. Да. Ты это давай про свой там день свободный не говори, у нас все время разное. Ну да, у вас-то, блядь, уже вечер. Одной, да. Всех, день должен. Нет, я, блядь, так, вообще ты... на вашем месте не выебывался, я вообще 6-1 работаю, нахуй. И что, я раньше тоже работал? Ну, блядь, а ты говоришь день свободный. Ну, а еще раньше я вообще... Чисто по ночным работал. Я тоже. А нафиг ты четвертое бревно берешь? Я вообще в ночном клубе работал один раз, поэтому... Чисто по выходным. Хорошая работа. Нормальная, кайфовая, да. Но это было... Ну, я так скажу, я из-за вот этого графика и ушел с той работы. Потому что чисто в воскресенье отдых, ну его в баню. У меня еще такая работа была. Не, слушай, мне вообще, ну, как бы не без проблем. Я, считай, работаю с 8 до 5, плюс час обеда, то есть 12 до часу. То есть, ну, такая, нормально. И 6-1, то есть, ну, вот, меня, кстати, меня этом... устраивает. Смотри, да, у меня сейчас обед, то есть перекур и обед, что у тебя, что у меня, они гарантированы, да? Ну, так, да. В смысле, я куда заехал-то? Да. Вот, а у меня была работа, но это на официальных работах, вот на официальных государственных работах, там везде обязательные перекуры и обед. Да. По 15 минут перекуры и по часу обед. Да. А у меня прикол был в том, что я вроде официально, но участник, и там торговая. И я работник, который в торговле. Ты что делаешь, Крис? Куда едешь, как ты едешь? Так я, блядь, бревна ищу, нахуй. Ага. А что-то... А он разленился, все, видишь, мы все собрали. А, нифига себе разленился. Я нашел. А, он в другую сторону ушел. Вот, и у меня было так, что я иду на обед, а тут раз приехал покупатель. То есть бывало так, что я чисто успевал что-нибудь похавать быстренько и обратно. То есть, считай, ну, бывает. Ну, все зависит еще от того, сколько платят, блядь. Если платят копейки, то да. Нет, там платили для моего города прям норм. У меня сейчас получается около двушки в день, но минус подоходный, короче, где-то 1700-1800 получается. Да. Ну, если минус подоходный, минус вся хуйня. Ну, у меня получается косарь в день был. Ну, это в какое время, какой год? Я, короче, с марта месяца того года по... А, ну это мало, блядь. Опа, да. Олень, ебать. Сука, оленя хотел заебашить. Ты понял? Давай мне тут нормально работаю. Не, ну за тысячу, конечно, в наше время это вообще ни о чем, блядь. Учитывая, что Анатолий, ты... Ай. Я везучий. Меня сейчас практически чуть не ебнуло твое дерево. Листочек ну, так. Так это... Оно тебе мстит просто. Дерево! Так, а у нас... у нас 36 минут, и я хотел воспользоваться этим самым. А как вот... Ну, есть здесь такая хуйня, посмотреть, сколько времени дня, суток? ДТП. Не уверен, что так можно. Ну, мне кажется, нет, можно, потому хотел... что я смотрел у мужика прохождение, он прям открывал какую-то консоль, и там высвечивалось сколько часов, сколько там это, дней. Может быть, в блокноте, в журнале, в дневнике вот этом. Наверное. Да, блядь, проезжай давай. Ну, я все равно, кстати говоря. У меня персонажу пизда приходит. У меня давно.
О, блядь, нихуя я мясо набрал. Он, короче, заебался. Край. Так, вот это... Это очень четко описывает. Пацаны, придите сюда ко мне на секунду, возьмите мясо. Сейчас. Надо говорить Крис, потому что я вообще не помощник. Возьмите, пожалуйста, тут два мяса. Мне бы сом. Мне бы сом помог бы. Тут два мяса, надо просто. Надо просто забрать, иначе это. Блять, оно портится, ебать! Оно портится, сука. Сейчас закину в костер. Давай, я тебе тут отдам. У меня вопрос. А мы, получается, заходить в хижину и выходить будем через море? О, заебись. Да? Взял? Я только что это просто понял. Так, в смысле? Я только три куска могу взять? Да, в том-то и прикол. У меня их 7 было тут. Сейчас бегу к вам. Ну, я 3 взял, пойду сейчас в костер кину. А сырое мясо можно жрать? Нет. Он просто ее берет в руки. Блин. ДТП. Сейчас подожди. Чип-чип, да. Бля, вечер, вечереет, сука. Бросаю санки. Бежим в рогово. Пацаны, я застрял. Надо будет посмотреть, сколько времени можно еще походить до спанья. А, в смысле, Крис, можно твои бревна установить? Ну, устанавливай. Че я спрашиваю? Только не тележку тащи, а бревна. Значит, мы все-таки не успеем сегодня построить базу. Да не. Ну и ладно, да хуй с ним. Господи, я просто беру, подхожу и... И оно много бревен берет. А я успею. Ну, оно как бы практически построено. Ну да. Так, у кого там мясо поделить? Так, у меня срубить 100 бревен ачивку дали. Молодец. Нам с Крисом дали задолбаться. Или 100 деревьев я срубил. Наверное, 100 деревьев, скорее всего. Ну да. Сколько там до спанья, пацаны? Сейчас посмотрим. Огонь. О, огонь, одна сторона-то огонь. Готова. Так, есть проблемка небольшая у нас. Какая, чего? Я бревно утопил. Я думаю, куда встань? Давай в следующий день. Я похавать хочу что-нибудь. Так, блядь. А где это хуйня? По времени. Так, буква Ай. Вообще ничего нет, смотри. Ебать просто лесоруб, нахуй. Без обедов, без перекуров ебашу, блядь. Сзади, нахуй, пол леса въебал. А ты чё, подошёл спать? Нет, я проверяю, я ищу, где это можно въебать будильник посмотреть. Не, так там просто хотя бы по этой хуйне скажи, сколько осталось. Клима, я не знаю, как я английский не знаю. Как это переводить? Примерно в процентном уже соотношении. Можно идти спать. А, все, я бегу. Нахуй, я ебал ночью работать. Да ночью вообще опасно работать. Давай, мне все. Как раз это сейчас пойдем спать, и серию на этом можно закончить. Так 43 минуты еще только, нет? А где вход у вас в беседку? Бежишь и слева, там недостроено. Окей. А вообще дверь-то у вас будет, нет? Утром об этом подумаем. Зайдите в блокнот и статотарилистика. Блокнот статотарилистика? Да. Это на второй части первая. Статистика, да. Ну да. И? У вас тоже, сколько получается, 102,5 килограмма вы весите? Вес 205. Ну да, ну разделяй на 2, потому что там фунты и переводятся на килограммы 2. То есть мы супер хэвивейт, получается. А где вы нашли-то это? Мы можем взбучку кому-нибудь сделать. Короче, это... четвертая справа кладка в блокноте. Но она посередине, короче. А, все вижу. Посередине. Дней прожито один, самочувствие все хорошо. Состояние замет. Душевное. Отметки. Сила, аутизм, блядь. Камуфляж, хуяж, понятно. Чё? Все, я нажал спать. Где аутизм? Атлетизм? Похуй.
Не надо мне тут. Ну что, заканчиваем серию, подводим итоги или чего, или еще чуть-чуть поиграем? К некоторым людям. Да. А? Заканчиваем, еще подводим дальше. Итоги. Ну давайте, короче, по итогам у нас с вами есть пол забора, у нас с вами много лута. Не пол забора, почти весь забор. Почти весь забор. Да. Завтра, значит, это мы с вами... В следующей серии, значит, мы с вами достраиваем забор. И делаем, я думаю, сушилки под мясо и под воду хуйни, да? Угу. А там посмотрим. Ну все, давайте, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, на мою страницу ВКонтакте, угу. На пацанов каналы подписывайтесь. Ссылки в описании, на телеграм на мой канал подписывайтесь. И скоро мы с вами увидимся, всем пока. Пока. Да, сука, точат что-то, дайте я что-нибудь съем. А мне не оставили, сука, понятно.